Катюша бережет родную, а любовь Катюша забережет. Двор на улице Молодежной. Здесь проживает сразу три участника тех событий. Александр Владимирович Рахманов – ветеран Великой Отечественной. Бывшая несовершеннолетняя узница фашистских концлагерей Агнезия Иосифовна Максимова. И труженица тыла Анастасия Прокопьевна Дрожжина. Хоть мои дети, мы почувствовали трудность, мы почувствовали жизнью, как-то надо с ней справляться. И мы справлялись со всеми трудностями, и не доедали, и не досыпали. Но мы на это не смотрели. Все бывало, как вот кончим какую-то работу и кричим: «За Родину! За Родину! За победу! На победу!» Всегда мы это кричали. Торжественный парад прошел и у дома на Ленина 70, где живет ветеран Геннадий Федорович Охороков. Сейчас ему 99 лет. Это день победы, порохом кропот. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы! День победы! День победы! Всего в этот день праздничный парад у дома посмотрели 6 ветеранов Великой Отечественной и труженики тыла. С особым трепетом виновники торжества подпевали песни военного времени. Вспоминайте чувства, которые переживали в день, когда по всей стране объявили о победе. Мария Костолева, Алексей Фризин. День с толком.